Донецкий суд Ростовской области еще на полгода оставил под стражей Надежду Савченко, украинскую военнослужащую, которую вменяют соучастие в убийстве российских журналистов в Донбассе. По версии следствия, именно Савченко в июне прошлого года корректировала огонь силовиков по тому району, где находилась съемочная группа ВГТРК. Игорь Корнелюк и Антон Волошин оба погибли. Сейчас дело на стадии предварительных слушаний. На сегодняшнем заседании обвинение просило продлить арест, а защита, в свою очередь, смягчить меру пресечения. Адвокаты также заявили, что материалы нужно вернуть на доследование. Это ходатайство суд рассматривает в данный момент. Между тем, в Российском следственном комитете неоднократно заявляли, что собрана исчерпывающая доказательная база, которая и дает основания считать Савченко соисполнителем убийства, совершенного общеопасным способом.